Уважаемые саратовцы, хочу сделать заявление относительно обсуждаемой темы на сегодняшний день в социальных сетях о повышении тарифа на проезд в общественном транспорте. Да, на сегодняшний день в Комитет дорожного хозяйства обратилось 5 перевозчиков о повышении тарифа на проезд. Это второстепенные маршруты и автобусы малой вместимости. Моя жесткая позиция. Оснований повышать тариф на сегодняшний день нет. Во-первых, перевозчиками не соблюдены процедуры, прежде всего, информирование пассажиров о том, что они планируют поднять тариф. Второе. Мы не видим экономической обоснованности повышения тарифа. Хочу напомнить, что буквально несколько месяцев назад произошли конкурсы, и тот тариф, который был в городе, перевозчиков, которые выставлялись на эти конкурсы, устраивал. Прошло несколько месяцев, поэтому такого резкого повышения мы не видим. Со своей стороны, мы намерены обратиться в УФАС и УГАДН об обоснованности планируемых действий данными перевозчиками. Как и планировали, в начале следующей недели мы соберем круглый стол со всеми федеральными, региональными структурами, горожанами, перевозчиками, где будем обсуждать эти темы, но наши аргументы на сегодняшний день такие, которые я озвучил.